круглый день. Есть у меня такая вазочка маленькая, ее невозможно просто так помыть. Даже показать не могу, потому что она вся грязная. И сейчас мы будем спасать порошком. Порошок мистик. Со всеми ножками возьмем, насыпем и сольем кипяточком. Пошла реакция. Да, вливается все. Шумит, работает, вытекает. Бежит, бежит водичка. Кучки на косичке. Сейчас надо посылать подложить салфеточку, чтобы не выбежала со стола. Вот так работает наш порошок. Работает именно кипятки. Всю грязь он отталкивает. Можно чистить любые загрязнения, можно заварники почистить, украшения, бижутерию не советую, потому что может быть реакция и потемнее бижутерия, а золото, да, можно почистить. Чашки очень грязные бывают, на работе никогда их помыть особо, тоже очень быстро можно помыть таким порошком, вместе пятна выводит. Вот. Мне кажется, все уже там отмылось у него. Давайте попробуем это все дело вылить. Давайте вот сюда мы сейчас вылим и посмотрим, что у нас будет. А, так, красная вода. И очень горячий. Так, я сполоснула.